3 июля 1984 года в Кремле генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Устинович Черненко принял министра иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Джеффри Хау, находившегося в Москве с визитом по приглашению советского правительства. В деловой обстановке обсуждены актуальные международные проблемы и вопросы советско-британских отношений. Советский Союз, отметил товарищ Черненко, выступает за то, чтобы советско-английские отношения поступательно развивались. Но это зависит от обеих сторон. Мы, как и прежде, готовы содействовать развитию двусторонних отношений с Англией на основе взаимной выгоды, равноправия, невмешательства во внутренние дела в интересах обеих стран, мира в Европе и во всем мире. Джеффри Хау со своей стороны изложил точку зрения британского правительства по этим вопросам, заявил о заинтересованности Англии в улучшении отношений с Советским Союзом в продолжении политического диалога. В последнее время Тобольский порт стал местом, куда оборудование, поступающее на строительство нефтехимического комплекса, идет непрерывным потоком. И это естественно. Стройка гигантская, сроки ввода предприятий в действие сжаты и напряженные. Комбинат – важное звено в индустриальной схеме Тюменского нефтегазоносного района. Такого за свою историю Тобольск не знал. Когда-то на холмах, у стрелки при слиянии Тобола с Иртышом, атаман Ермак разбивал шатры своей дружины перед сражением с ханом Кучумом. По этим улицам ходил учитель Петр Павлович Ершов, сочинитель «Конька-горбунка». Здесь отбывал царскую ссылку Александр Алябьев, автор романса «Соловей». Здесь показывал отличные успехи в математике, истории, химии Митя Менделеев, 17-й ребенок в семье директора Тобольской гимназии. Имя его встанет потом в число величайших имен человечества. Он скажет однажды: центр населенности двигается в сторону благодатного юга и обильного землей востока. Это сейчас к востоку от Тобольска Бам и Комсомольск и ГЭС на Зее. Тогда же тут, кроме тайги, болот и тундр, ничего не было. Воплотились в жизнь проекты великого ученого о превращении нашей страны в экономически независимую индустриальную державу. В центре Тобольска памятник Менделееву. А будущий гигант нефтехимии строители называют новым памятником великому земляку. Основные симпатии свои Менделеев отдавал нефтяной и химической промышленностям. Ему принадлежит идея нефтепроводов. И идея разностороннего использования нефти как химического сырья – тоже его идея. В этой связи вспоминается: топить нефтью – топить ассигнациями. На строительстве Тобольского нефтехимического комбината вскоре заканчивается сооружение центральной газофракционирующей установки. Близок день первой продукции. Наука и промышленность. Вот тут мои мечты. Когда-то говорил великий русский химик. Эта операция не могла не начаться. Ведь стадо лососевых рыб на Камчатке было близким к уничтожению. Ему уже готовилась страница в Красной книге для памяти о том, что было и исчезло на планете. И выходили шкипера на лососевые путины много лет подряд, а возвращались в лучшем случае с уловом рыбы той, какая попадется. Не видели ни кижуча, ни нерки, ни киты и ни горбуши. В том, что операция «Лосось» рано или поздно должна была состояться, виноват тот, кто первым произнес: «Ах, вкусна рыбешка!» Были годы,
когда в сезоны лова реки Камчатки от устьев до истоков так густо перегораживались неводами и сетями, что ни одна горбуша не могла пройти в верховье для метания икры. Чтоб не забылся вкус чавыча и гольца, а он действительно отменный, пришлось сказать: все, стоп, лов лососевых запрещен. Второй этап лосося – восстановление стада этой рыбы искусственным путем. Тут дело посложнее, съесть было проще. Одно из предприятий восстановительной индустрии лососевых на Камчатке – Малкинский рыборазводный завод Тихоокеанского института рыбного хозяйства и океанографии. Конвейерное производство. Мальки выращиваются из икринок в баках, наполненных водой из геотермальных источников полуострова, а затем выпускаются на волю, в озера, которые впоследствии и станут нерестилищами. И вновь пошли лососи в родные реки. Взрослые, они всегда возвращаются туда, где появились из икринок, чтобы отметать икру. Такая биология у лососевых. И снова лососевых можно промышлять. В масштабах, но разумно. Да, вкусна рыбешка. В разных видах. А все же забывать не стоит. Океан велик, но по запасам далеко не беспределен. И вычерпать его до дна практически не так уж сложно. Поют регистры органа Домского концертного зала в Риге. А 5 лет до этой минуты орган молчал. Возраст собора дал знать о себе, ведь храм на берегу Даугава родился в 13 веке. Все тронуло время, и своды, и стены, и фрески, и трубы. Был длительным антракт. Орган разобрали, увезли в Голландию, ремонтировали и привезли обратно, снова собирали. Войдут потом под эти своды люди, скажут: есть же вечность. Вот стоит, не рушится, а вечность от людей зависит, от мастерства и от любви.